Здрасте, дорогие друзья! Рад приветствовать в очередной серии. И сегодня мы с вами отправимся на... Так, куда я ее потерял? Станицу Вешенскую. Денег у нас много. Полетим на самолете на... Давайте на один день. И здесь, на пятой локации, мы с вами попробуем поймать белугу. Одну из самых... Наверное, не одну, а самую-самую прибыльную рыбу, которая только может быть в этой игре. Ловится она, по-моему, от 500-й глубины. Мы кинем на 700. Кстати, у нас ночь, мы неудачно приехали. Она ночью, скорее всего, не клюнет. Ловить ее точно так же на моллюска. Но, мне кажется, поклевки у нас ночью не будет. Что печально, конечно. Ну давайте я поставлю на паузу. Я что-то не рассчитал, что будет ночь. Если вдруг ночью будет поклевка, то я как бы продолжу. Ребят, что хочу сказать. Вся ночь просижена, 6:40. Ни одной поклевки вообще. За все время. Немножечко, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы клюнуло, но нет. Перекидывал, пробовал, экспериментировал, но в итоге что-то нифига. Еще сейчас, конечно, буду сидеть, но не знаю. Наверное, эта серия будет не очень прикольная, потому что, ну, как бы ничего не поймали. А это плохо, когда ничего не поймали. Это прям печаль, беда. Честно вот скажу. Это прям беда. На интер мы можем сдергивать рыбу, скидывать. Очень удобно. Будем пользоваться этой возможностью. Может быть, поехать на белугу? Ой, на Волгу за белугой. Почему-то здесь вообще она что-то не клюет. Либо с моим разрядом что-то не так. Либо еще какой-то косяк. Без понятия. Но почему-то у меня она не хочет клевать никак. Естественно, будем сидеть, будем как-то пытаться, но не знаю. Не знаю, что из этого получится. Это правда. Пока ничего, как видите. Вот думаю, может действительно опять на Енисей и опять засесть на осетра. И долбить осетра, пока не повысим так нормально разряд, где-то до 26-го. А потом прошвырнемся по различным турнирам. Выиграем турниры, вступим в какой-нибудь клуб. И уже после клуба отправимся на какие-нибудь более интересные локации за рыбой и так далее. Ну, хочется, конечно, поймать белугу. В этой версии это... Царь рыб. Здесь нет ни лабанкирского черта, нету акул, нету рыбы луны, нету никакого такой срани. Здесь вот все так как бы приземленненько и очень просто. Здесь самая крутая рыба — это белуга. Ну, насколько я знаю, и вообще сколько я читал на форуме, белуга — это царь рыб. Вот именно в этой версии. Если в других там акулы, лабанкирский черт и так далее. А здесь нет, здесь вот только она. Ну, как видите, что-то она вообще не хочет никак клевать совершенно. Занимается она какой-то ерундой. И на эхолоте тоже ни рыбы, ничего нету. А вот тут что-то тут как мелькает, проблеск какой-то. Давайте еще чуть-чуть посидим. О, прям рядышком показывают. Возможно, может быть, будет поклевка. Ушла. Хотя близко, да, вот ходит и что-то никак не берет наживку. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Но очень хочется поймать белугу. Ну, или хотя бы, чтобы она клюнула. По-моему, здесь даже глубинной щуки в этой нету версии. Все здесь очень просто. Как бы.
Так глубину щуку можно было бы тоже половить. Но нифига. Анти не хотит. Ладно, ребят, давайте, наверное, тогда сваливать отсюда. Зря приехали. Я прям немножечко разочарован. Надо тогда ехать опять на Енисей и опять ловить там белугу. Ловить белугу и зарабатывать себе опыт. И потом нам надо вот, конечно, по турнирам. Надо 6 турниров выиграть, охренеть. Нам бы хотя бы выиграть вот один и вступить в Фишер. Тут спорт, Фишер, Томарус, Фиш Софт. Офигеть. Или, да, Софт. Эх, так, ладненько. Ладненько, хватит. Хотя мы можем еще на Волге, в принципе, попробовать. Но не думаю, что... А, Волга, она очень дорогая, у нас денег не хватит. Поэтому Енисей это наша, так сказать, отрада. На самолете пока возьмем один день. И опять засядем на нашей любимой локации. Как раз вот 5 часов. Должен быть неплохой клев. И возможно получится поймать парочку интересных экземпляров, которые нам в свою... Ой, что здесь? В свою очередь очень сильно помогут. Все. Ну, здесь у нас по-любому будут поклевки. Вот, о чем я и говорил. Правда, мелочь. Мы по-любому что-нибудь, да, здесь наловим с вами. Да, конечно, даже мелочь тянется пипец. Очень туго. Вообще почти не тянется. Жалко, что у меня бандикам пауза стоит на интере. Надо ее переставить. И тогда можно будет сбрасывать вот такую вот рыбу пакостную. Потому что она совершенно не нужна. Я что-то даже так и не понимаю, чем лучше тянуть руками, лучше тянуть в этой версии или все-таки вот этим вот этой программкой. Мне кажется, руками намного профитнее. Программа она вообще только хуже делает. Но ей хорошо как бы прощупывать, прощупывать. Вдруг она очень крупная клюнула и удочка, то есть на слом пойдет. Поэтому прощупывать ей очень хорошо. Перезакидываемся и ждем. Ну, это, конечно, где-то 800 долларов. Пол путевки мы с вами отбили. Уже неплохо. Могли, в принципе, и больше отбить, но это тоже нормально. Еще байка такая ходит. Вообще по форуму. Чем типа больше разряд, ой, тем чаще рыба клюет и тем больше шанс, что она будет крупная. Кстати, в 1.3, ой, в 1.3, в 3.0 и в 3.99 рыбалки в 2D-шной. Там тоже такая байка, типа чем больше разряд, типа там больше клев. Но там тоже есть свои нюансы, в принципе, вот в онлайновской русской рыбалке. Там надо разлавливать места. Там вот ты пришел, допустим, на озеро и разлавливаешь. Разлавливаешь, разлавливаешь, оно прям так и называется. Вот надо несколько суток посидеть, именно разловить место. Когда вы разловите место, тогда будет крутяк. Тогда у вас рыба будет клевать как из пулемета, вы ее не будете успевать вытаскивать. Есть квесты определенные, крутые, которые тоже там на рыбу и отвары есть, которые очень дорого стоят, но надо, то есть, разловить всю эту рыбу, тогда вы будете там очень быстро ее ловить. Ну тоже, да, вот разлов. Нет бы прийти, чтобы вот она ловилась. Нет, надо вот разлавливать. То есть надо прийти, можно еще подобрать какую-нибудь прикормку и сидеть целенаправленно несколько игровых дней. Разлавливать эту рыбу. Еще больше всего мне вот как заработать вот в онлайн рыбалке денег, да? Будешь просто тупо сидеть, бомбить рыбу
и делать наживку. Лягушку там, рачка, раковую шейку, икру. И потом это все дело продавать. Либо отвары, либо там еще что-нибудь. Ну, тоже такое себе занятие, конечно. Честно скажу, не прям фонтанское, потому что задал будет это дело, тебе хочется что-то другое, что-то более интересное, а у тебя ни удочек нету. Да и тем более удочки там умирают очень быстро. Кто не играл, можете попробовать. Удочки быстро умирают. Вы мне, кстати, советуете, не постоянно советуете и просите, чтобы я поиграл в русскую рыбалку 3.0 или еще какую-то версию, но пока, ребятки, нет. Пока никак у меня на эту игру вообще нету желания туда возвращаться. Прям пипец. Лучше будем играть в какие-то пока другие проекты, но в ту нет. Уж очень она скучная и долгая. Я чуть-чуть похлебываю чай, тоже прошу прощения, но что-то горло болит. Поэтому чаек прям так хорошо. Такой горяченький, с повидлом идет. Так, ладно, не будем пока хавать. И клево, да, вот нет, что-то прям мы скатились. Ни клево нету, ни этого нету. Ни каких-то экземпляров крутых. А уже 8 часов вечера. Одна рыба, это что-то вообще не спортивно. В принципе, можно перезайти и посмотреть, что получается у нас. Может быть, это опять какой-то баг. Кстати, наверное, это все-таки действительно баг, поэтому надо перезайти. Вот, ребятки, смотрите, как только перезашел и забросился. Ну, вы меня поняли. Рыбак рыбака понимает с полуслова. Уже сразу же начинаются поклевки. Вот. Я буквально только действительно перезашел. Думаю, ладно, не буду включать запись, чтобы, мало ли, вдруг опять придется перезаходить или еще что. И уже вот, как бы, уже первая рыба. Это круто. Это круто, потому что, скорее всего, был какой-то баг или лаг. Случается в этой версии такое, это не есть хорошо. Иногда ты думаешь, либо клюет рыба, точнее, либо рыба вообще не клюет, либо какой-то баг. Но в данном случае, вот именно в этой версии, это баг. Потому что я не знаю, почему тут так сделано. Такие вот ошибки, пробы. Ну, правда, игра эта старая-старая. Тут настолько, она настолько старая, что я пипец, я даже не знаю, что сказать. Это просто ветеран эта игра. Я не знаю, она старше меня или нет. Вот она раньше вышла, чем в 95-м. Или она вышла уже потом, в 90 где-то 8-м, или в 2000-х. Я правда не помню, какого года эта игра выпуска. Но, то есть, эта игрушка очень старая. Вообще была версия, по-моему, 1.0 или 1.2. Там вообще лютые версии. Там нафиг. Не. В темы играть точно не будем. Вот в 1.2 я играл. Там еще хуже, чем здесь, поэтому 1.6 это еще по-божески. По-божески. Но зато мы вспоминаем старое, мы вспоминаем те времена. Вот это что круто. И мне самое главное, вот будет нравиться, что вот у меня на канале есть такой проект, вот 1.6. Никто никогда не снимал на YouTube полноценный летсплей по русской рыбалке 1.6. А я все-таки взялся, собрался с силами, собрался с мыслями и наконец-таки, так сказать, залупил данную ЛПХу. И, честно сказать, я доволен собой, потому что уже когда заходишь, смотришь плейлисты и такой, ага, то есть, о, еще рыбка хорошая. И думаешь, блин, вот у меня уже есть тот проект, уже вот этот проект. Правда, некоторые проекты вообще не смотрят. Ты смотришь на просмотры, а там люди его вообще, то есть, не смотрели. Практически столько времени прошло, а просмотров нет. Возможно, мой косяк в каком-то плане там по поводу тегов или там еще чего-то, но как бы, может, названия какие-то не те. Я не знаю, правда, но почему-то по просмотрам реально мало.
Хотелось бы, конечно, больше, потому что снимаешь, тратишь время, тратишь свой труд. Поэтому, ребятки, подписывайтесь, репостите видосы, ставьте большие пальцы вверх и комментируйте. Больше комментариев, больше лайков и репостов, видос выходит в топ, в тренд. И это мне очень приятно, когда заходишь в аналитику, в статистику и смотришь, что ага, там твое видео сейчас там находится в топе или оно уже там набрало столько-то просмотров. Это очень приятно, очень, знаете как, побуждает на дальнейшую работу. Ты смотришь, что люди с тобой общаются, они для тебя, то есть репостят видео, лайкают видосы, и это очень классно. Я вам всем огромно благодарен, кто делится видео. Делиться можно везде. Есть Facebook, киньте Facebook. Даже если вы там не сидите, насрать. Может быть, кто-то зайдет, глянет, пару раз нажмет на видос, кто-то посмотрит, кому-то понравится, кто-то подпишется. Тоже все может быть. В Одноклассники, куда угодно. То есть я буду рад любым репостам, поэтому, ребята, репостите, я буду всем благодарен. Поэтому всем огромное вообще спасибо, кто со мной, кто меня смотрит. Ребята, всем большие пальцы вверх, все вы умнички, вы все молодцы у меня. Итак, сейчас мы вот эту вот рыбку с вами вытягиваем и на этом будем заканчивать нашу серию. Давайте попробуем прогой. Видите, да, ну как бы прогой тянем и в итоге даже хуже, по-моему, получается. Вот без проги лучше. Правда, блин, доходит до красного. 65. На такой ноте реально можно закончить серию. Вот правда. Это реально must have. Ладно, дорогие друзья, увидимся в следующей серии. Поэтому подписки, лайки, комментарии и делитесь с друзьями. Всем пока!